Больше 14 тонн продукции изъяли у продавцов стихийных рынков в Тюмени. Это данные за 2022 год. Покупателям предлагали продовольственные товары без соответствующих документов на них. Рейды по стихийным рынкам проходят каждый день. Этим занимаются сотрудники сразу нескольких ведомств. По словам специалистов, уличных продавцов стало меньше. Количество ежедневно торгующих, занимающихся этим действием, в городе неуклонно сокращается. Вот. И на сегодняшний момент мы имеем не более 400 людей, которые на постоянной основе находятся на улице. Много приезжих приезжают, город богатый, хороший, вот. И люди стараются расторговаться. Но любая подобного рода покупка – это финансирование серой экономики. В прошлом году уличные продавцы выплатили более 3,5 миллиона рублей штрафов за незаконную торговлю. Также у них было изъято свыше 20 тонн продукции, которая могла быть опасна для покупателей.